Всем привет! Вы на канале Растения с любовью. Сегодня покажу вам, как мы готовимся к зиме с семенными пеларгониями. Те, что выращены из семян. Те, что росли в открытом грунте и продолжают радовать меня сейчас в теплице. Итак, сейчас середина октября. Конечно, на улице это уже не ужасная, холодная, сырая и мокрая, главное, погода, что губительно для наших пеларгошек. Так вот, они все выкопаны, посажены, кто в горшочек, кто в ящичек, кто еще куда. И очень часто люди, кто занимается разведением пеларгоний, да и просто кто выращивает их у себя в саду, рассказывают, как они готовят их к зиме. То есть выкапывают, обстригают. И вот такие обрезанные пеньки, ну, пеларгонии это мощные, конечно, их сразу не занесешь в дом. Их быстренько заносят домой, да, ну, или на холодную там веранду, или террасу, у кого что есть, да. Так вот, у меня есть возможность ими еще полюбоваться. Поэтому уже который год подряд я практикую несколько иное. Я их пересаживаю в горшки, в ящики, в емкости. И они еще какое-то время стоят в теплице и радуют меня своей красотой. И, между прочим, вот это время очень хорошо сказывается на их самочувствии, на их состоянии. И главное, на моем состоянии. Я люблю любоваться этими красотками. И в октябре где ты найдешь такую красоту, правда ведь? А ведь хочется еще посмотреть и порадоваться. Вот они какие. Так что, ну, это мои личные условия и мой личный опыт. Просто рассказываю, как можно еще немножко порадовать себя и продлить себе радости жизни, правда? Вот такие они красотки. Посмотрите, какие окрасы. Это все семенные пеларгонии разных названий. Название укажу в описании, кому интересно. Но скажу сразу, это крупноцветковые. То есть меньше 12 сантиметров в описании семян я не покупаю. Не люблю мелкашечки сеять. Вот они такие. Вот так семенные пеларгонии готовятся к зиме. Хочу их сохранить, чтобы потом украсить ими свой участок. Ну а пока, всем пока-пока. Ясного мирного неба. Всем здоровья. Удачи.